Всем здорово, сегодня мы гамаем в инди-хоррор, который называется Nox Timer. Помните, мы в прошлый раз играли в игру Timer? Там вообще жестко нас сильно пугали, а теперь мы сейчас будем играть в Nox Timer. Уж больно мне привлекла эта игра, я увидел на GameJolt'е продолжение этой игры. Давайте мы с вами сыграем. В прошлый раз игра нас пугала всякими там статуями без глаз и там еще пугали жесткими скримерами, звуковыми скримерами, скримера без скримеров и так далее. Так, ну что ж, ребят, чё, мы не можем взять ножик, серьезно? В таком месте, как страшным оказались, не можем взять ножик. Ну класс, вообще, вдруг на нас какой-нибудь маньяк упадет, а мы взяли ножичком, защитились. Язык заплетается, извините за это. И здесь у нас такие же вот камушки. Опа, я в дверь вошел. В дверь в меня вошла. Это класс, конечно. Но все же, помните, в прошлой части у нас такие же были камушки. У нас также скрипит также дверь, как и в прошлой части. У нас такие же камушки, наверное, здесь козы обосрались просто так же, играя в эту игру. Ну что ж, ребят, здесь что у нас? А здесь у нас раковина. Наверное, у кого-то зубы кровоточили. Вовремя надо стоматолога посещать. Ну что ж, ребят, здесь у нас что, ничего нет, уж серьезно? Нельзя это открыть даже. Ну ладно, придется идти назад. Ой, чувак, здорово! Рад тебя видеть. А чё ты, рад тебя видеть, чувак. Безглазый наш. Что здесь стоишь? Что, что здесь забыл? Окей, у нас, блин, также очень уж сильно скрипят эти двери. О, ладно, ладно. Иди сюда, что? Знаешь, мне просто кажется, что это как будто без текстур вот это. Вот этот куб без текстур вообще. Реально. О, чувак, ты уже здесь. Перемещаешься? Скучно на месте сидеть? Ну, перемещайся, конечно. Только от меня чуть-чуть, чувак, подальше держись, а то ты меня чуть-чуть напрягаешь. I glad to see you. Я вижу тебя здесь. Чувак, ну я же сказал сидеть не за... Я же сказал сидеть на месте, но... Перемещайся. Ух ты, посмотри, знаешь, он здесь... Если отдалиться, вот здесь выглядит вообще стрёмно. Вообще реально стрёмно, он здесь так выглядит. Окей, ладно, пошли. С каждым разом, когда мы перемещаемся с комнаты на комнату, у нас она меняется. Да, вот у нас уже комната поменялась. О, ладно, ладно. Знаешь, мне уже на... Прыгает этот темный коридор, сейчас вылезет какой-нибудь скример, я жестоко заору. Или нет? Потому что я вижу дверь. А что у нас здесь? А здесь у нас вот прошлая мебель. Где у нас там вот эта мебель всякая стояла, здесь она стоит у нас теперь тут. Здесь у нас стоит этот металлический шкафчик. В шкафчике два стула и тумбочка. Окей, что у нас здесь написано? Снова. Я знал, что сзади появится эта статуя. Здорово, чувак. Что ты так с резким звуком меня пугаешь? Боже, меня так не пугайте. Ну что вы все так на меня смотрите? Чувак, тот, который в первый раз мне попался, что-то побаловался с половым созреванием. И у него родились дети столько. Или они прямо вот чисто... Чисто с завода прибыли. Вау, смотри, как они офигенно выглядят. Вот можно даже вот на первюшку потом зафигачить. У них, кстати, это, кровавые что-то. Чего у вас все эти когти кровавые? Или они просто красные у тебя? Окей, ладно. Ты не сбежишь. Почему, чуваки, я не сбегу, а? Ну почему я не сбегу? Почему так мир жесток, а? Вы все так-то опять на меня смотрите? Знаете, вы, когда вы на меня смотрите, вы так меня смущаете. Вы в меня влюбились, что ли? Снова? Ну что вы все так на меня смотрите? У меня что, классная попка? Вот бы, конечно, это было бы классно. Конечно, реально было классно, чтобы вот так вот девок пикапить с классной, очень классной попкой. Где моя тень? Почему у меня нет тени? Куда свет пропал? А, понятно. У нас просто появилась стена сзади. Ладно, пошли. У нас там появилось что-нибудь на тумбочке. Что-то появилось на тумбочке. Бут. Что означает бут, я, конечно, не знаю.
Опа, посмотри, у нас стенка сейчас пошевелилась. Я все видел. У нас живая канализация, что ли? Постоянно меняющая. Ну что можно сказать? Ну клево, конечно. Что у нас постоянно живая канализация. Но все же, канализация, ау, если ты меня слышишь, выпусти меня отсюда. Это... Блин, вот какой резкий звук, я чуть-чуть испугался. Ты куда пошел? Дверь, я тебя все равно догоню. Я тебя догоню, обниму и поцелую, на. Я же тебе говорил, но целовать я тебя не буду, потому что ты очень сильно скрипишь. Так, ладно. У нас впереди что-то валяется. Опять записка. Записка, давай иди сюда. Опа. Чувак, здорово. Знаешь, мне этот чувак не нравится. Если ребят, сейчас будет момент в виде скримера, я заору, не удивляйтесь. Чувак. А, ну нормально тогда. Нормально. Ой, блин, я поднял записку просто так по привычке, а не прочитал там ничего. Ё-моё. Ну ладно, опять козочка обосрали здесь, проходя эту игру. Ладно. Пошли-ка туда дальше и посмотрим, что у нас находится там. Ой. Что меня вот этот камушек подкинул? Я прыгать здесь не умею ведь. Я вот пробел жму, даже слышите. Я прыгать не умею, а меня камушек просто взял. Взял и это. Просто взял и подкинул. О, еще одна записка. Что у нас написано здесь? Ты имеешь... А, у тебя есть другой шанс. Ладно. Хорошо, что у меня есть другой шанс. И какой у меня шанс есть? Где мой фонарик? Что вы сделали с моей... Это что за морда? Мать твою, нахрена меня так пугать? Ладно. Там твой фонарик почему закрыто? Ё-моё! Придется, наверное, искать ключ, чтобы открыть эту классную дверь. О, там что-то тоже написано. Ой, не вижу, что там написано. Окей, что у нас тут валяется? Здесь у нас, короче, идет, как бы сказать, библиотекарный коридор. У нас тут библиотека вообще большая. Что за шум? Ё-моё. Опять. Опа, посмотри, какие-то там глаза. О, они не наблюдают за нами, они просто смотрят у нас в одну точку. Что это за глаза? Интересно. А они... Нет, их только отсюда видно. Их только отсюда видно. Больше глаз не видно. Или видно? Они, вот они, глаза. Все, глаза пропали. Глаза, стойте! Куда вы пропали? Стойте, не стойте, глаза! Куда вы исчезли? Глаза у нас куда-то исчезли. Где сюда что? Ключ и записка. Ты не скроешься от меня вроде бы. Или убежишь от меня, я не знаю. Ты не уйдешь от меня вроде бы, переводится. Опа. Кстати, никого. Туалет и ключ. Опа. Опять никого. Я уже думал, что сзади кто-то есть будет. Наверное, опять эти глаза появятся. Но нет. Хорошо. Я сейчас только услышал, что мы опять так же страда топаем, как и в прошлой части. Опа. Книжка упала. Слушайте. Кто уронил книжку? Обратно поставьте, а то сейчас библиотекарь сейчас придет, будет вас всех бить по жопе. Вам не поздороваться. Что вы книжки здесь разбрасываете? Блин, мне, конечно... Ребята, почему я заикаюсь? Потому что мне уже страшно играть в эту игру. Что там? I'm mad of you. Не знаю, что за слово. Hard. А там... Блин, ну и слова, ё-моё. Part. I'm part for you. Не знаю, что это означает. Пошли сюда.
А здесь у нас туалет, хорошо. О, фига себе унитаз. Это как раз, наверное, для таких этих, наверное, толстяков вот такие унитазы. Капец, вот такие какие унитазы огромные. А унитазы, как я понял, у нас, наверное, должен быть ключ. Потому что практически в любой инди-хоррор игре у нас всегда должен в унитазе лежать ключ. Но его здесь нет. А здесь? Здесь его тоже нет. А здесь? А вот здесь есть. Только он не в унитазе лежал, а он рядом с унитазом лежал. Хоть не точно, как в остальных инди-хоррорах, где обычно в унитазе лежат ключи. Опа, чуваки, здорово, я рад вас видеть. Да иди сюда, обниму. Знаете, почему я рад их видеть? Потому что они не единственные. Они единственные, что не делают мне плохо. Они разве что напугают меня. Но это ничего страшного. Что это у нас тут? У меня тут фонарик валяется, кстати. Это мой мир. Окей. Хорошо. Здесь у нас что? Все, здесь у нас пустая комната, обычно. Ну что, чуваки? Чего вы опять за мной так наблюдаете? Ой, опять записка. И ты живешь в что-то. Я живу в чем-то, короче. Там не дописано. Там три точки. Блин, вот это, конечно, я не ожидал. Если вы услышали в колонках это. Если вы в колонках, в общем, услышали звук. Прошу понять и простить, я до сих пор играю в колонках, а не наушниках. Наушники мне до сих пор не пришли, которые я заказал с одного сайта. Сайта я не буду говорить, что за, а потом еще буду... А потом будут еще писать в комментах, типа, фу, продался, ты рекламируешь сайт какой-то-то. Поэтому я, чтобы... Я поэтому не буду говорить, с какого сайта я заказал наушники, поэтому и пока что не буду говорить. Окей. Лабиринт. Вы чё, серьезно что ли? Что у нас тут? Здесь у нас пусто. Ну, лабиринт, ну правильно. Но почему бы и нет? Так, здесь у нас что? Здесь у нас лампа, которая светит очень ярко. Ладно. Ну, пошли что ли налево? А, нет, налево. Нет. Направо тогда пошли. Посмотрим, что у нас тут. А. Чёрт. Куда? Ё-моё. Ё-моё, что происходит? Куда идти? Стой, назад. Назад пошли. Я чуть-чуть запутал. А, вот мы оттуда пошли. Окей, буду знать, куда идти. Пошли сюда. Посмотрим, что у нас там находится. Вдруг тупик. Нет? Записка. А, ever right. Направо? Я не хочу направо. Ладно, уговорил. Пошли направо. Посмотрим. Сейчас, наверное... Окей, опять скример без скримера, да? Звуковой скример без скримера, хорошо. Почему бы и нет? Так, что у нас тут? Опа! Это что у нас за тени такие стоят? Я так понял, к ним прикасаться вообще нельзя, да? Иначе я юдей, да? Хорошо. Блин. Вот он, чувак, стоит. К ним лучше не подходить. Блин. Я их еле вижу. Так, куда идти? Направо, налево? Окей, пошли направо. Влево у нас уже там все загорождено. Блин, мне не нравятся эти коридоры. Сейчас вылезет какая-то бяка и все. Это будет полный пипец. Я готов к скримеру. Вот, его шаги тоже чуть-чуть напрягают. И у него шаги довольно-таки странные, вообще реально. Что там? Ты попался. Я попался? Я в ловушке. Ё-моё, почему я в ловушке? Чуваки, почему лабиринт такой длинный? Почему он такой высокий? Ё-моё, я в ловушке. Ну ё-моё, сам же сказал иди направо. Я пошел налево, меня там все закрыло.
Ой, сколько вас здесь, чуваки. Погоди. Чтоб я понял, куда идти, чтоб на вас не нарваться, я пойду вот так. Погоди, вот так. Я прицельно пойду вот так. Вот так вот. Просто чтобы на эти тени не нарваться, чтобы мне было все нормально. А их вообще вот сзади не видно. Вот разве что тут со мной один чувак стоит. Пошли сюда. Че, впереди больше никого нет? Они все сзади? А впереди никого нет. Ну ладно, пошли вперед. Твою мать, ну нахари меня так пугать. Опять ты красный чувак. Тот чувак в прошлой части был. А, это у нас полностью, это у нас отрывки с записки. Я вижу снова. И ты здесь бежишь, Буд. Это те записки, которые мы собрали. Хорошо. А, кошмар дискурет. Я не знаю, что это дискур. Дыр, что означает слово. Ну ладно, в общем, давайте я походу это конец, раз тут, наверное, написано Exit. Значит, это у нас все конец. Давайте, ребят, мы на этом закончим. Что ж, всем удачи и пока.